उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत खुरस्वधारा निशीतया दुर्गम पतस्तत कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत खुरस्वधारा निशीतया दुर्गम पतस्तत कवयो वदन्ति। गौड़ीय गोष्ठीपोथी गौड़ीय गोष्ठीपोथी श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगद्गुरु если мы боимся столкнуться с абсолютной истиной, посмотреть ей в лицо, это плохо. Если мы думаем, что в этой жизни это невозможно, если мы боимся, мы никогда не встретимся с абсолютной истиной, никогда не познаем ее. Материальный опыт, весь материальный опыт поддерживает нас. В действительности мы нищие на пути баджана. В садхана-баджане мы нищие. У нас абсолютно нет никакой силы. Единственное, что у нас есть, это материальный опыт. И он бесполезен. Это наше единственное богатство, и оно бесполезно. При помощи этого материального опыта мы пытаемся достигнуть абсолютную истину. Нашу цель, но мы никогда не сможем достигнуть ее таким образом. Как же избежать такого настроения? У нас нет стремления к лотосным стопам Гуру и Вайшнавов, у нас нет веры в Гуру, Вайшнавов и Бхагавана. Но как же нам достигнуть абсолютную истину? В этом главный вопрос. Как материалист может обрести шаранагати лотосным стопам Гуру Вайшнавов? Как достичь абсолютной истинной цели? Если мы боимся, что в этой жизни мы не можем всем этим заниматься, это невозможно для нас. Прабхупад говорит, что в таком случае мы никогда не столкнемся с абсолютной истиной. Он говорит, что столкнуться с абсолютной истиной, посмотреть ей в лицо, услышать о ней, говорить об абсолютной истине. Для всего этого необходимо обладать величайшей силой в сердце. В противном случае это останется недостижимо для нас. Мы не сможем ни слушать, ни говорить об абсолютной истине. Прежде всего, необходима стопроцентная вера. Наша цель должна быть сфокусирована. Сделай или умри. Такая решимость должна быть в нашем сердце, в сердце преданного, для того, чтобы достичь успеха. Сердце наше должно быть очень сильным, если мы хотим встретиться с абсолютной истиной. Прабхупад дает пример. Также на своей жизни я знаю, по своей жизни я знаю, когда я только начал учиться плавать, я нахлебался воды. Прабхупад говорит, когда вы начинаете учиться плавать, если вы боитесь, о, вода, я не умею плавать, у меня никогда не получится, тогда вы никогда не научитесь плавать. Точно так же водить. Если вы боитесь, например, на велосипеде, то вы не сможете ехать, не сможете сохранять равновесие. A coward dies many times before his actual dose. Those who are less interested to те, кто не хотят посмотреть в лицо абсолютной истине, они покрыты, то есть
Возможно, их положение высоко, но тем не менее они не являются таковыми. И из-за этого они не готовы столкнуться с абсолютной истиной. И под именем, прикрываясь абсолютной истиной, они обманывают обычных людей, вводят в заблуждение. И такова ситуация всего материального мира. Она настолько критична, что даже мы не хотим рассказать людям об абсолютной истине. Потому что если я расскажу им об этом, то как же я смогу ими управлять? Поэтому сейчас мы не рассказываем абсолютную истину окружающим, и такова трагедия нашего времени. Прабхупад говорит, если вы боитесь воды, прежде чем начать учиться плавать, вы никогда не сможете научиться плавать. Для того, чтобы стать шаранагатой, предаться лотосным стопам чистых гуру и вайшнавов, таких как Прабхупад, Бхактивинода Тхакур, гуру и остальные вайшнавы, для обусловленной души это практически невозможно. Но если вы будете вновь и вновь размышлять об этом, постепенно вы поймете, что это странно не быть преданными лотосным стопам вайшнав. Но тем не менее это встречается повсеместно, то есть это повсюду. Пока вы не предадитесь лотосным стопам гуру и вайшнавов, вы никогда не постигнете абсолютную истину. Необходимо отдать им все самое ценное, что-то очень дорогое, то, что есть у вас. Продать это им, отдать это им, лотосным стопам гуру и вайшнавов. Только в таком случае вы сможете отдать свою жизнь, склонить свою голову перед ними. Прабхупад говорит, что внешнее шаранагати, оно очень сложно, но для атмы это естественно. То есть внешне кажется, что шаранагати очень сложно, но если разобраться в этом вопросе, то это естественное положение вещей для атмы. Нет ничего сложнее, чем Кришна-бхаджан. Но с другой стороны, нет ничего проще, чем Кришна-бхаджан. Нет ничего проще. Кришна-бхаджан настолько прост, что Прахлад Махарадж также говорит своим одноклассникам, посмотрите, Бхагаван находится в сердце каждого из вас в форме параматмы. О, мои друзья, не ходите повсюду и не занимайтесь глупостями. Совершайте Кришна-бхаджан, но это очень просто, но обусловленные души думают, что это очень сложно и не могут совершать его. When I came, I was also feeling very hard. But gradually, when by the mercy of God, когда я только встал на путь преданности, я также думал, что все это очень сложно. Но благодаря милости Гуру Пада Падмы я увидел совершенство его лотосных стоп, и я предался его стопам. Что может быть важнее, чем это? Мы очень удачливы, что встретились с Парамахамса Гуру. И я так удачлив, что могу сказать, что мой Парам Гуру Дев Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Я горжусь в сердце, но тем не менее необходимо смирение. То есть гордость заключается в том, что я очень счастлив, что он мой Парам Гуру Дев. Итак, внешне мы можем думать, что это нечто очень сложное. Но если мы будем слушать Харикатху, и совершать подобающее общение, находиться в подобающем общении, в сатсанге. Даже для того, чтобы познать славу Гуру Пада Падмы, необходимо благоприятное общение, необходимо сатсанга. Потому что
Без нее вы не сможете постичь его славу. Вы будете думать, что это обычный человек. Как раньше, как однажды один человек в Годруме сказал, один... Один преданный, он, то есть он начал общаться с какими-то обманщиками. Вначале он, то есть он получил, принял прибежище обманщиков. В конце концов он понял, что его Гурудев очень возвышенный преданный. То есть, на самом деле, Гурудев, его Гурудева не был лицемером. Он был... И в конце концов он пришел к своему Парам Гурудеву и начал плакать у его стоп, рассказал ему, что я получил инициацию от такого-то Махараджа, но сейчас я хочу получить инициацию от вас. И оба они плакали, и в конце концов тот наградил его дикшей, даровал ему дикшу. И его предыдущий Гурудев, который обманщик, был расстроен этим. Но затем он начал... То есть и сейчас этот преданный говорит, провозглашает повсюду, что тот, кто хочет получить инициацию, у кого-то прежде всего необходимо слушать его харикатху. Харикатху того, от кого он хочет получать инициацию. Он с большим удовольствием рассказывает, что я совершил ошибку в прошлом, но я понял сейчас, что прежде чем принять прибежище у садгуру, необходимо слушать подлинную харикатху. В таком случае никто не сможет вас обмануть, если вы будете слушать трансцендентную апракрита харикатху. Сейчас мне очень... Очевидно это, насколько я был глуп, но сейчас это стало, это знание открыто для меня. Как обусловленные души прыгают в огонь, получая дикшу, где попало. Прабхупад также выражал глубокую печаль по этому поводу. Как вы помните, я начал со шлоки, из Упанишат. Прекрасная шлока. Начиная с самых первых дней нашей жизни в преданном служении, мы слышим эту шлоку от нашей Гуруварги. Там сказано обращение ко всем дживатмам. Почему вы спите? Зачем вы... Почему вы готовы принять укусы змеи, которые отравят все ваше тело? В этом нет ничего хорошего. Просыпайтесь, просыпайтесь, придите в себя. Придите в себя, поймите свое положение, ваши обязанности. Все благословения ждут вас. Риши, Муни, Гуру, Варга, все они благословляют вас. Почему же вы не готовы принять эти благословения? Почему вы настолько безразличны к Кришна-бхакти? Вы не понимаете, что жизнь очень опасна. А сейчас вы наслаждаетесь. Даже в своем преданном служении вы ищете материальных наслаждений. Если вы обретете общение самореализованной личности, воспримите это в сердце, без всякого лицемерия, как же будет возможен для вас? То есть без этого невозможно продвигаться. Если я обрету саду-сангу с такими личностями, как Шрила Бхактипрамод Пури, Госвами Махарадж, Кешав Госвами Махарадж и так далее, этого более чем достаточно.
Постарайтесь вернуть свое сознание. Вы не понимаете, что эта материальная жизнь, как будто бы кто-то очень-очень острый нож. То есть есть острый нож, и мы по острию ножа ходим. Настолько мы глупы и не понимаем этого. То есть если мы сильно прикасаемся, мы раним наши руки и ноги, порезы появляются на руках и ногах. А мы глупые, прыгаем, бегаем повсюду. У нас нет. Понимание нашего плачевного положения. По сей день мы уже столько боли получили, столько опыта боли в нашей прошлой жизни, в нашей нынешней жизни. Тем не менее, мы теплим надежду, что я смогу наслаждаться этой жизнью. Но как это возможно? Необходимо принять одну из сторон. Двумя сторонами невозможно жить одновременно. С одной стороны майя, с другой стороны Кришна, чистый Кришна-бхаджан. Если вы хотите бежать в оба направления, это не увенчается успехом. Вся ваша жизнь будет потеряна, вы не достигнете никакого успеха. Это настолько опасно. Постоянно сознающая душа думает, когда я оставлю свое тело. Она постоянно думает, когда это произойдет и как это произойдет. Куда я отправлюсь затем? Как я обрету милость гуру и вайшнавов? Хватит, я не хочу больше тратить свое время. Я пытаюсь эту тему обсуждать. Джива-таттва. Плачевное положение дживы. Плачевное положение обусловленных душ, потому что они страдают так сильно. Одно страдание за другим. Тем не менее, они хранят надежду, что когда-нибудь в конце жизни я смогу жить очень мирно, умиротворенно и буду наслаждаться. Ямарадж Махарадж, Якша, спрашивает у Юдхиштхира Махараджа, какова самая удивительная вещь в этом мире? Не мог бы ты рассказать мне об этом? Что самое поразительное в этом мире? Юдхиштхир Махарадж, будучи очень спокойным, отвечает. Даже в такой ситуации он мог сохранять спокойствие. Юдхиштхир, имя его переводится как тот, кто спокоен, умиротворен, сфокусирован. Поэтому он мог сохранять спокойствие в такой ситуации. Много-много вопросов было задано Якше и Юдхиштхиру Махараджу, но я сейчас расскажу только об одном. Итак, Юдхиштхир Махарадж отвечает. Сейшам ставарамичами, кимас чарджамате парамам.
Что может быть более поразительное, чем этот факт, что день и ночь люди Люди постоянно умирают, отправляясь к Ямараджу. Но каждый уверен, что со мной сегодня этого не произойдет. То есть уже они уже назначены, это уже все предопределено, что они отправятся к Ямараджу. Но они не верят в это, они не думают об этом. Если кто-то может осознать, что сегодня или завтра я оставлю тело, имеется в виду прямое осознание, не какая-то теория. В таком случае для такого человека будет невозможным бегать за материальными наслаждениями. Человек, который... который должен умереть в этот день в 5 утра, если у него накануне спросят, хочешь сладкого риса или что-то еще, что-то вкусное, он скажет, что за бесполезные вещи, зачем мне это, я умираю. Поэтому Шукадева Госвами учит нас. Он не обусловленная душа. Парикшит Махарадж также не является обусловленной душой. Любые то, что было совершено в лесу, было желанием Бхагавана Шри Кришны. Он сделал это по вдохновению Бхагавана. Он необычный человек, о нем написано в Бхагаватам. Он получил даршан Бхагавана, будучи еще в лоне матери. Бхагаван спас его с помощью Сударшана чакры, когда Ашватама набросился на Утару. То есть, имеется в виду, он хотел убить ребенка в лоне Утары, Брамастры, которую невозможно победить. Но в конце концов Бхагаван Шри Кришна спас Парикшит Махараджа. Таким образом, он абсолютно необычная личность. Но если мы сделаем такое заявление, что Бхададжива, то есть как мы знаем, Бхададжива может совершить ошибку. Есть четыре назначенных места, где Кали может находиться. Выбрано четыре места, где позволено находиться Кали. В золоте. But this Siddhanta is not perfect Siddhanta. This Siddhanta not perfect. И кто-то говорит, что якобы он носил золотую корону, поэтому майя вошла в его разум, в ум. He is feeling disturbance due to Maya. If one Mahavishnava is there, how it is possible that he can feel disturbance due to one beautiful lady? How possible? Then he is not at all Goswami, not at all, you know. То есть, если человек испытывает беспокойство при виде женщины, он не может быть Госвами, он обманщик. Итак, суть в том, что Парикшит Махарадж совершил ошибку, но это было произведено только по желанию Бхагавана. В противном случае, как бы можно было устроить, что он был бы проклят и должен был бы умереть через 7 дней? Как бы он тогда принял решение оставить все свои богатства и отправиться в уединенное место на берег Ганги слушать Харикатху?
И как бы тогда мы обрели такой пример? Все это было устроено Бхагаваном, чтобы провозгласить славу Бхагаватам. Для того, чтобы рассказать уникальную славу Шримад Бхагаватам. И то, что я хочу сказать вам, это то, что прежде чем начать Бхагават Харикатху, Шукадев Госвами дает предупреждение всем нам, не Парикшит Махараджу, а нам. Он говорит: «О, Раджан, о, царь, ты должен умереть через 7 дней». О, духовно слабые дживы, души. То есть он говорит все это для всех падших душ, для всех духовно слабых живых существ. Без милости саду гуру и вайшнавов. То есть Шукадев Госвами пришел к Парикшиту Махараджу для того, чтобы помочь ему пролить на него милость. Таким образом, он был предупрежден своим Гурудевом Шукадева Госвами: «О, царь, ты умрешь очень скоро. Очень скоро ты умрешь, через 7 дней. Ты должен помнить об этом и слушать Харикатху с полным вниманием». Потому что вместе с Харикатхой, если ты будешь думать о материальных вещах, слушая Харикатху, что вот как построить дом, что мои деньги потеряны, как приобрести деньги, то есть это говорит о том, что вы вовлечены в материальное служение, не в Бхагавата Севу. Шукадев Госвами предупреждает его. Вновь и вновь. Царь, вновь и вновь помни, вспоминай о том, что через 7 дней ты оставишь это тело, у тебя нет времени на посторонние вещи. Жизнь проходит, но мы продолжаем играться. Когда Харикатха была завершена, Шукадев Госвами ушел. И Парикшит Махарадж с полным удовольствием сказал: «Я получил уникальную милость. Ты самая милостивая личность, посланная Верховным Господом. Кришна Бхагаван послал тебя ко мне». Услышав о Верховном Господе, никто не сможет умереть. Смерть становится уже невозможна для такой личности. То есть смерть — это... Мы боимся смерти, но в действительности там нечего бояться, потому что дух наш вечен, душа вечна. Он рассказал... What kind of fear can come in my life? Parikshit Maharaj going to declare. Parikshit Maharaj говорит. Parikshit Maharaj going to openly declare. Открыто говорит, что сейчас. Now, where is Takshak? Где Такшак? Где этот самый ядовитый змей? Где он? Где? Пусть он придет и укусит меня в соответствии с... То есть, как он хочет, пусть будет так, как он хочет. У меня нет... Я не возражаю этому. Сейчас я открыто говорю, призываю его. Пусть он придет и укусит меня
в соответствии с его желанием. Я не боюсь его, потому что, выслушав эту харикатху, татаста джива могут обрести полное сознание, пурна чайтан васту. Если вы войдете в связь с пурна чайтанья васту, с источником полного знания, с помощью настроения служения, тогда искра, исходящая из костра, искра, исходящая от этой личности, несмотря на то, что она мала, она может стать чем-то очень могущественным. Дживатма в материальном мире как жидкий кислород, at all ignition, that the same thing you can remember I was speaking that day, Acharya Arani Raddo, you forget, huh? I was discussing, na? Acharya Arani Raddo, eh? Ante Vaushi Uttar Arani, you can remember? Acharya Arani Raddo, Ante Vaushi Uttar Arani, forget. There is a friction. Friction is compared with friction means when a bonded soul. Когда обусловленная душа может прийти в соприкосновение с чистым гуру и вайшнавом, впоследствии этого она может начать практику харибаджана. И затем огонь разгорится, как деревянные, как дрова. В действительности бревно внутри бревна, внутри дерева находится огонь, то есть с помощью солнца оно передано туда. То есть не это приходит не извне, вот эта энергия огня, она находится внутри дерева, внутри бревна. Если мы будем просто смотреть и ждать на сухое, сухие дрова, сухое бревно. Внешне мы не видим никакого огня, но пока это эти дрова, пока это бревно не придет в контакт с огнем. Механическая энергия может превратиться в огонь. То есть энергия не может быть разрушена, уничтожена во всей Вселенной. Энергия бесконечна. Никакую энергию нельзя создать. Только лишь одна энергия может быть изменена, превращена в другую энергию. Возможно, какое-то уже загоревшееся бревно, загоревшиеся дрова. Гурудев в настроении служения, он полон вдохновения, с энтузиазмом рассказывает харикатху и воспевает святые имена, воспевает киртан. Если в вашем сердце нет оскорблений, вы не сможете равнодушно смотреть на это, вы вдохновитесь от него.
Таков путь бхаджана. Таким образом, наша гуру Парампара вдохновляет нас, вселяет в нас могущество. Если мы теряем нашу веру, если мы не верим, что этот огонь может прийти ко мне, это могущество может послать мне гуру Варга, если я не лицемерен, если я никого не оскорбляю. В таком случае, если не верю в это, значит, я в Майваде. Итак, если уже загоревшееся бревно приходит в контакт с сухим бревном, с другим сухим бревном, который находится, вот этот духовный огонь, он уже присутствует внутри этого бревна. То есть огонь, он точно так же дживы. Когда они встречаются с великими преданными, они получают вдохновение, получают силу от них. В противном случае процесс дикши бесполезен, если я не могу поверить. То, как сейчас процесс дикши, который осуществляется сейчас, полностью запрещен Санатаной Госвами. Я опубликую книгу. Все это сказано Бхактивинода Такуром. Я ничего не говорю сам, я не какой-то философ. Все, что я говорю, я изучил, выучил это от Бхактивинода Такура, от Прабхупады, от Гуру Варги. Я навсегда в долгу перед ними, навсегда благодарен им. Сейчас вопрос в том, откуда появился огонь на первом бревне? Откуда загорелось первое бревно? Если кто-то спросит, откуда? Появился огонь на первом бревне? Я уже сказал, что изначально энергия огня присутствует внутри бревна, которая приходит от солнца, происходит от солнца. Тем не менее, для того, чтобы огонь внешне возник, необходимо соприкосновение с огнем. Так же, как для обусловленной души необходимо соприкосновение с самореализованной душой. Но потенция огня, энергия огня присутствует в дереве, присутствует в бревне. Оно лишь ждет момента, когда оно выйдет наружу, ждет соприкосновения с другим огнем, без которого оно не сможет выйти наружу. В прошлый раз, когда я рассказывал в прошлой Харикатхе, вы можете вспомнить, что я цитировал две прекрасные шлоки. Я надеюсь, что вы не забыли их. Не забывайте шлоку, которую я произнес всего 30 минут назад. Ответ, который дал Юдхиштхира Махарадж. Прежде я объясню это, а затем вернусь к тому. Юдхиштхир Махарадж объяснил Якшарупи, Ямараджа Махараджу, день и ночь люди отправляются к Ямараджу. Бесконечное количество джив идут к Ямараджу. Даже два дня назад я говорил с одним управляющим магазином для нашей гашалы, нам необходимо кое-что. Я сказал ему, что корона уже закончилась, почему вы не начинаете работать? А тот ответил: «Махарадж, вы что, не читаете газеты?» Только вчера мы были проинформированы, что 14 тысяч людей по всему миру умирают от короны.
А я думал, что корона уже закончилась. Нет, сказал тот человек. Кто сказал вам такое? Большие люди умирают из-за короны. Прежде чем оставить свои тела, мы не думаем о том, что мы можем умереть, что это может произойти с нами. Те, кто не умирает, они думают, что нет, мы никогда не умрем, с нами это никогда не произойдет. Но они не понимают, что, возможно, через 10 минут им придется оставить тело. В машине люди не думают, что через 10 секунд они могут попасть в авиакатастрофу и умереть. Это прямое сознание, естественно, для чистых гуру и вайшнавов, и поэтому они настолько осторожны и внимательны. Когда обусловленные души играются с материальными вещами, чистые гуру и вайшнавы плачут, видя это. Я видел одного маленького невинного мальчика. Его мама пошла куда-то. Она готовила у огня, а маленький мальчик... Как-то он подошел к огню и обжег свои руки, ничего, ну, не понимая, что может обжечься. И другой мальчик, как-то у него руки отрубило. С помощью этих примеров можно понять серьезность этой шлоки, взятой из Упанишад. Самосознающие люди предупреждают нас: будьте осторожны, будьте осторожны. Но кто слушает их? Никто. Гуру и вайшнавы постоянно это говорят, но никто не обращает на это внимания. Шьям Баба постоянно очень строго говорит, но никому до этого нет дела. Но когда вы сталкиваетесь с проблемами, с трудностями, когда вы помещены в огонь, не приходите ко мне. Когда вы уже горите в огне, вы уже приняли решение. Человеческая жизнь настолько важна. Важна редка. Я уже много раз объяснял эту шлоку прежде. С помощью этого прекрасного материального тела мы можем быть вовлечены в служение Шри Хари и тем самым пересечь материальный океан. So aho nijanma khila janma sovanam. Any kind of birth, countless birth I meet with countless birth in my life. Я, будучи атмой, уже претерпевал различные рождения в различных телах. Сейчас я родился как человек. Из всех видов жизни человеческая жизнь самая высшая. И что же я, как же я использую ее? Проблема в том, что я не могу встретиться с саду, которые вовлечены в прославление Верховного Господа.
Я не могу обрести общение с ними. У меня нет такой возможности. С такими саду, которые постоянно прославляют Верховного Господа. Рахуган говорит, прежде всего, он из-за ложного эго он хотел оскорбить Джадабарату. Но в конце концов он осознал, что это необычный человек. Он спросил его, ты кто такой? Я совершил огромное оскорбление твоим стопам. Я не боюсь Бога огня, Бога воды, но я боюсь Апарадхи. Осознанно или неосознанно, если мы совершим Апарадху лотосным стопам чистых гуру и вайшнавов, мое сознание придет на нулевой уровень, опустится до нуля. О Господь, осознанно или неосознанно, я не хочу никогда оскорбить чистых гуру и вайшнавов. Такого не должно произойти. Не должно произойти в моей жизни. Я боюсь этого. Я не боюсь огни-астры, ваю-астры, то есть оружие Бога ветра, Бога воды. Я не боюсь их оружия. Но я боюсь Апарадхи. Прохлад Махарадж также говорит, после того, как его отец оставил тело, он говорит Нрисимха Деву, Нрисимха Бхагавану, ты очень... Твое лицо устрашающее, но я не боюсь тебя. Но я боюсь. То есть я не боюсь твоего гнева, который ты только что проявил, но я боюсь материальной жизни. Насколько глупы материалисты. По сей день они надеются, что не сегодня, так завтра я получу больше и больше материального наслаждения. Рахуган также был очень горд, полон ложного эго, но по милости Джадабараты Махараджа его гордость, ложное эго покинули его. И он начал плакать и говорить вышесказанное. Он осознал, что в своей человеческой жизни... То есть я сам свой враг, враг самому себе. В Гите Бхагаван говорит, ты сам свой враг, ты враг самому себе. Почему ты ссоришься с другими, видишь врагов в окружающих? Ты сам свой враг. Ты не ведешь себя... Ты обманываешь сам себя, не ведешь себя справедливо по отношению к себе, поэтому ты находишься в океане страданий. Итак, благодаря общению с Джадабаратой, он осознал, что он совершил великую ошибку. Я должен просить прощения у него, нет другого выхода. Он осознал значимость человеческой жизни, что она не для того, чтобы развивать ложное эго, гордость, собирать деньги и так далее, приумножать богатство. Если я буду горд, я никогда не смогу рассказывать харикатху. Все мои сознания покинут меня. Настоящий саду не заинтересован во всех этих вещах. Я знаю много
много вещей, которые происходят во Вриндаване и так далее. Один известный большой пандит Веданты, Нишкинчан Вайшнав, общество Вайшнавов решило, или просто общество решило наградить его титулом, большим титулом. И он на это сказал, использовал очень грубые слова, сказал, какие титулы, мне не нужны ваши титулы. И так такие саду присутствуют в наше время. Не думайте, что все сейчас бегают за Пратиштхой. Вы слепы, поэтому вы не можете их разглядеть. По сей день вы можете встретиться с подобными личностями, если Баларам устроит это для вас. Они не заинтересованы в славе. Все, это неправда, что все сейчас бегают за деньгами, славой, пуджей, пратиштхой. В противном случае наша парампара подошла бы к своему завершению, к концу, но это невозможно. Такого не может произойти. Суть в том, что я начал с молитвы Рахугана. Но следующая шлока более важна, еще более важна. Рахуган описывает свои ощущения, свои чувства реализации. Слушайте очень внимательно. Постарайтесь запомнить эту шлоку. Рахуган говорит Джада Бхарати. Это не удивительно, что все мои грехи ушли благодаря прикосновению к твоим лотосным стопам такого Парамахамса, как ты. И чистая бхакти снизошло на меня. Чистая бхакти лотосным стопам Верховного Господа проявилась в моем сердце. В этом нет ничего удивительного, о Гурудев. Это естественно. Благодаря моменту общения с... Я знаю, что все вы не верите в эту шлоку о том, что говорится здесь, Саду Санги. Что благодаря одному моменту общения с великим Парамахамсой, с таким Парамахамсой, как Джада Бхарата Махарадж, мои лакхи оскорблений, то есть тысячи оскорблений, корень моего ложного эго разрушен. Я освобожден от этого сейчас. Пока ложное эго переполняет ваше сердце, вы никогда не почувствуете трансцендентного блаженства.
пока ложное эго, любого вида ложное эго. Например, что вы очень красивы, привлекательны, или, например, вы из хорошей семьи, что ваше тело хорошее, что у вас есть деньги, образование, любого рода гордость, не даст вам почувствовать трансцендентного блаженства. Пока вы не освободитесь от этого, почувствовать трансцендентное блаженство будет невозможным для вас. Итак, Саду санга — коренная причина. Жизни в баджане. Жизни баджана. Кришна бхакти джанма мул, the very root cause of Кришна бхакти джанма, even the root cause is садусанга. And when you are moving forward in the way of your bhajan, finally you can discover. Когда вы будете продвигаться в своем баджане, вы поймете, что садусанга, если вы хотите обрести Кришна-прему, садусанга — это самый важный момент, очень важный момент. Еще одна очень важная шлока из Упанишад, которую необходимо обсудить. Без нее все вышесказанное будет неполным. В Упанишадах сказано: Эта шлока очень важна. Каждый должен понимать, что Брахма... Кто такой Брахма? Тот, от кого произошли все живые существа. Сейчас может возникнуть... То есть, как говорит Бхактивинод Тхакур, не старайтесь спорить, лучше начните хари-бхаджан, совершайте замечательный хари-бхаджан, погрузитесь в медитацию с харинамом, с джапой, и попытайтесь осознать внутри себя то, о чем я говорю. Потому что любые споры, любые аргументы, рациональная логика не имеет места быть здесь. Потому что все в материальном мире, все материальные концепции оскверняют наше сердце. Как мы можем заглянуть в трансцендентный мир в нашем нынешнем состоянии? У нас нет никакой возможности для этого. Мы знаем, что материальное время, материально, это материя. Время, пространство, все в материальном мире — это материя, а в трансцендентном мире время, пространство, все трансцендентно. В трансцендентном мире все трансцендентно, а пракрита, нематериально.
в вашем нынешнем положении вы не можете этого осознать. Если вы даже попытаетесь это сделать, у вас ничего не выйдет, потому что прежде всего необходимо совершать баджан. Получите эти осознания. Эти осознания ждут вас. И после того, как вы обретете их, вы осознаете, что все, что сказано выше, это правда. Сейчас вы думаете, что только что Радхарани отправилась с Гопи на Кусум Саровара собирать цветы, а затем на Манаса Саровара. И вы не понимаете, как это возможно, что в одно и то же время они находятся в разных местах. То есть имеется не в одно и то же время, а за короткий промежуток времени добраться. То есть за короткий промежуток времени преодолеть большое расстояние. Это только глупцы не понимают этого. Они спорят, применяя свою материальную логику, материальный ум. Прабхупад говорит, если кто-то делает какие-то заявления подобного рода, они глупцы из глупцов. Прабхупад говорит на бенгали. Материальный ум, разум, мозг. Если вы, опираясь на них, будете делать какие-то ремарки о разнообразии трансцендентного мира, это говорит лишь о вашей глупости, потому что вы не обладаете прямыми осознаниями этого. Если я чего-то не понимаю, я не должен говорить об этом. То, что я осознал, то, что я прочувствовал, я могу говорить об этом. И в таком случае ваша харикатха коснется вашего сердца и изменит вас. Как это возможно, что Кришна возвращается? То есть очень быстро из одного места попадает в другое, мама Яшода кормит его прасадом, затем укладывает его спать. Затем Кришна уходит из дома. И если подсчитать, где Нандаграм, а где Севакундж, Никунджаван, то есть сколько километров разделяет их? Можете подсчитать? То есть нельзя применять эти материальные подсчеты к трансцендентному миру. Что бы преданные не хотели сделать в трансцендентном мире, Радхарани, если она хочет отправиться на Сурья Кунду, то, что она идет туда, это лишь игра. Это как путешествие во времени. Допустим, я начинаю в 2 часа. Начинаю свой путь в 2 часа. Это не подходящий пример, но тем не менее я приведу его. Когда я достигну место назначения, будет уже 5 часов. Таким образом, трансцендентный мир, апракрита джагат, не нужно сомневаться в нем. Необходимо верить полностью словам Прабхупады, а затем совершать баджан, и в один из дней вы
осознаете, что все, что, о чем говорит Гуру Варга, совершенно, на 100% совершенно. Но прежде этого, если вы попытаетесь понять все эти истины, это не венчается успехом. Все эти попытки бесполезны. Вы можете вспомнить один пример в связи с этим. Один маленький мальчик перед Сарасвати Деви, он учил его писать, своего сына писать. Пандит учил. И говорит ему, он берет его за руку и говорит, Диргой, или на английском ABC. То есть так он учил его писать, вводя его, держа его руку в своей руке. И посреди урока мальчик стал спорить, а кто это вам сказал, что А это А? Я не собираюсь в это верить. Кто это сказал, что эта буква называется А? Нет, ты должен писать, что я говорю тебе, это О, это А. Если и таким образом мальчик начал спорить в самом начале своей учебы, и я уверен, что он в конце концов не стал образованным, он не завершил свое образование, потому что он начал спорить в самом начале. Прежде всего, Бхактивинода Тхакур говорит, прежде всего, по милости Нитянанды, если вы достигнете, вы придете к трансцендентным гуру и вайшнавам. Я столько вопросов задавал своему Гурудеву, когда я был молод. Гуру Махарадж смеялся, он не отвечал. А я думал, что почему он смеется. Я спрашивал, Гуру Махарадж не отвечал, но через несколько дней он давал очень ясный ответ. Он говорил, прежде всего, необходимо совершать баджан. Ты должен совершать баджан. Затем ты осознаешь то, о чем я говорю. Ты осознаешь, что все, о чем я говорю, это естественные вещи. Но сейчас бесполезно об этом говорить. Иди и совершай баджан, получи осознание. Без осознаний, если кто-то будет пытаться совершать баджан, он будет бесполезным, потому что осознание необходимое. Карма вечна, джива вечна, майя также. Вечное знание также вечно. И авидья майя, она также вечна. Все живые существа порождены, произошли откуда произошли живые существа и куда они в конце концов войдут, в кого они в конце концов войдут в завершении их жизни. Это тот, о ком необходимо вопрошать. Если какие-то вопросы у вас возникают, эти вопросы должны быть в отношении Гуру Вайшнава Бхагавана Дамы и Нама. Поэтому Шукадев Госвами очень ценит Парикшита Махараджа. Лучший из Гуру, лучший из Парамахамса Гуру ценит своего ученика. «О, Раджан», — говорит он, — «твои вопросы потрясающие, удивительные, они несравнимые, совершенные вопросы». И такие вопросы должны возникать у всех живых, живых обусловленных существ. Мы хотим, чтобы обусловленные души приходили с вопросами, и в это говорит о... В нашей школе те, кто не слушались, сидели на задних партах.
А учителя смеялись и говорили: «Вы бесполезные ребята, вы пытаетесь себя спрятать от меня, садитесь на задние парты». Знаете, мальчики, они очень... А те, кто разумные, те садятся вперед, те, кто хотят слушать. Таким образом, учитель ценит своих учеников, которые стремятся к знанию, которые вопрошают. Если у вас нет, не возникает вопросов, это говорит о том, что вы еще не начали учиться, и в подлинном значении этого слова вы не являетесь учениками. То, что мы слышим от нашей Гуру Варги, необходимо осознать, переварить. Если мы не можем это переварить, должны возникать вопросы, и мы должны обращаться к правильному источнику. В противном случае сомнения... То есть в этих вопросах проявляется сомнение. Сомнения могут выбросить нас в океан страданий. На пути баджана, если возникают какие-то... То есть единственная опасность — это подозрение, недоверие гуру и вайшнавам. Прежде чем вы умрете, прежде чем смерть настигнет вас, если у вас остались какие-то вопросы, какие-то сомнения по отношению к татве, 100% вы не достигнете успеха. Вы опять вынуждены будете пасть. Если же у вас не останется никаких сомнений, никаких споров не будет возникать в вашем уме, и вы будете испытывать счастье, служа Гуру Вайшнавам, автоматически, то есть также Чатья Гуру находится в вашем сердце, и порой он вдохновляет. Мы вдохновляемся благодаря Чатья Гуру. И он также дает ответы на наши вопросы. В начале Вартмака Прадаршака Гуру указывает нам на путь, куда нужно идти, кому... Затем Шикша Дикша Гуру дает нам наставление. About Jiva Tattva, all your question coming for the past 3-4 years, and sometime I wanted to avoid some very sensitive points so that if I speak you cannot believe. Порой я умышленно избегаю каких-то тонких моментов, потому что вы не сможете поверить в то, что я скажу, у вас появятся сомнения. Сейчас, основываясь на том, что говорит Прабхупад и Бхактион Такур, то есть если вы сможете осознать эти возвышенные истины, это очень хорошо. Сейчас, что когда я... То есть я ценю, порой ваши вопросы очень важны, и я очень счастлив, что вы вопрошаете, что вы задаете такие вопросы. Это говорит о том, что вы глубоко размышляете на все эти духовные темы. Я думаю, что... То есть порой я очень счастлив видеть ваши вопросы, которые поступают ко мне на протяжении последних 3-4 лет. Несмотря на то, что я даю вам ответы, они неполноценны, потому что, как я уже сказал, в некоторые тонкие моменты вы не сможете обрести веру. Вы не сможете им поверить. Итак, Шукадев Госвами был очень счастлив слышать вопросы своего ученика. Его вопросы совершенные. И такие вопросы должны поступать от всех дживатм. Шукадев Госвами говорит: твои вопросы замечательные. Они высшего порядка. Бариан эшоте прашна. Прашна акмагали фимель джендер.
In Sanskrit, actually, according to a source of the sound, prashna. Bharyane sote prashna. Bharyane sote prashna. Your question is excellent. Sratabhyadi sujapara. Any kind of possible question and answer can come. Любые вопросы, которые... Вопросы и ответы, которые на протяжении жизни будут возникать, и ответы, которые вы будете получать. Из всех вопросов и ответов твои вопросы самые возвышенные. Ты задаешь эти вопросы, и они совершенные, потому что эти вопросы могут принести благо всему миру. Ты хочешь принести благо всему миру, поэтому ты задаешь подобные вопросы. Ты очень разумен. И вопросы эти необыкновенные. Они уже утверждены большими саду, самореализованными душами. Всю философию, что бы я ни говорил, если это не подтверждено Гуру Варгой, словами Гуру Варги, бесполезна вся эта философия, она равняется нулю. Ты должен понять, что самое возвышенное в этой жизни, что необходимо делать для того, чтобы обрести внимание Верховного Господа. Смерть неизбежна. Никто не может остановить ее. Никто не сможет остановить ее приход. Однажды Вимала Прасад Сарасвати, будучи маленьким мальчиком, один преданный, то есть он был уже не совсем маленьким, был уже юным, и один преданный досаждал ему: «Пожалуйста, скажи, когда я умру, скажи, когда я умру». То есть он полагался на него как на астролога. И Кеша Госвами Махарадж, и другие наши ачарьи говорят, что Прабхупад был выдающимся ученым в астрологии и астрономии. По сей день знатоки в этой области следуют писаниям Шилы Прабхупады, следуют там исследованиям Шилы Прабхупады. Итак, Прабхупад в конце концов ответил ему. Он сказал: в таком-то году, в таком-то месяце, в такой-то день, в такое-то время ты умрешь. И эти новости, эта новость достигла Бхактивинода Такура, что Вимал Прасад очень точно определил, когда этот человек умрет, дал ему сертификат смерти. Бхактивинода Такур был очень разгневан. Это всего лишь лила, но Бхактивинода Такур отругал его, сказал: «Зачем? Зачем ты сказал ему?» Но он просил меня: «Нет, ты не должен делать этого». И с тех пор Прабхупад пообещал: если кто-то будет задавать мне подобные вопросы, я не скажу ему абсолютно ничего. Он принял решение. Что с того самого дня он никогда
не, и он никогда, с того самого дня, он никогда не давал никому никаких предсказаний по поводу жизни, по поводу смерти. Допустим, кто-то оскорбляет меня. Я научился от Гуру Варги, что если кто-то завидует вам, месть — это плохо. Гуру Варга учит нас, что если кто-то кого-то оскорбляет, если вас кто-то оскорбил, если говорит о вас плохо, враждебно относится к вам, тем не менее, вы не должны строить никаких планов, чтобы наказать этих людей. Вы не должны мстить. Вы должны оставить это в руках Бхагавана. Мы не имеем права наказывать кого бы то ни было. Мы не имеем права никого наказывать. Если кто-то приносит мне боль, причиняет мне боль, завидует мне и какие-то неприятности доставляет мне, вы даже на моей жизни можете видеть. Я обусловленная душа, я также стараюсь, но тем не менее я не мщу никому. Меня хотели убить, но я говорил, что... То есть... Я говорил, то есть я просто терпел это. Я сказал, бери нож, я стою перед тобой. Можешь убивать. Итак, я научился от Гуру Варги, что мы не должны никому мстить, мы не должны брать на себя такую ответственность, наказывать. Потому что это может делать лишь Верховный Господь. И также мы не имеем права судить чистых гуру и вайшнавов. Мы не имеем права говорить ничего о чистых гуру и вайшнавах. Допустим, в каком-то собрании Дарма Сабха или Адарма Сабха под именем Дарма Сабхи, то есть сейчас под именем, то есть используют просто имя Шрилы Прабхупады и делают все, что хотят, прикрываясь его именем. Таково положение дел в наши дни. Такие собрания у нас сейчас проходят, пиры. Дарма Сабха или Адарма Сабха, кто может определить точно? Я хочу рассказать, что несколько лет назад, последние годы, когда меня искренне приглашают, я... То есть мы не должны делать никаких суждений о чистых гуру и вайшнавов, никаких суждений. Только чистый гуру, чистый вайшнав может понять другого вайшнава, судить другого вайшнава, но мы не имеем права. Обусловленные души настолько глупы, что постоянно создают себе подобные проблемы, и именно поэтому они не могут прогрессировать. Потому что они постоянно оценивают чистых гуру и вайшнав, делают о них какие-то суждения. Как обусловленная душа может судить чистых гуру и вайшнав? Как можно судить то, что вы не видите, не чувствуете, не осознаете? Как вы можете делать какие-то выводы об этом? Только чистые гуру и вайшнавы могут судить гуру и вайшнавов, других чистых гуру и вайшнавов, как Прабхупад, он имеет право что-то говорить, Шрила Бхактивинода Тхакура имеет право, но обусловленная душа не может создать никакой организации, команды и стараться прекращать, запрещать харикатху какого-то махараджа. Если... То есть мы должны изучать, исследовать жизни этих великих вайшнавов. Те, кто критикует Гаудия Матх, их жизнь...
То есть они их постигнет наказание Баларамы. Но мы не должны ни с кем воевать, потому что наказание придет от самого Бхагавана. Таким образом, мы должны вручить всю ответственность в руки Бхагавана. Мы не должны брать на себя такую ответственность, наказывать кого бы то ни было. В этом нет ничего хорошего. Это неправильно, это не по Писаниям. Это незаконно. Все обусловленные души совершают карму. Вы не можете остановить их от совершения кармы. Они настолько беспокойны. Они варятся в кипятке, и дживатмы живут благодаря чьей энергии живут дживатмы, и благодаря и куда они входят после своей смерти. Это тот, о ком необходимо вопрошать. Если какие-то возникают вопросы, они должны быть в отношении гуру Вайшнава Бхагавана, спутников Бхагавана и так далее. Те, кто изучает санскрит, знают, что в этой шлоке «Ято» говорится, что живые существа проявлены из Бхагавана. Старайтесь запомнить эту шлоку. This Jeno, which is the instrumental karan money. Suppose you are going to cut sabji with knife. Допустим, вы режете овощи ножом. With knife you are doing is karan karam. Follow what is here. Jeno, by whom? That Jeno is written. То есть нож — это инструмент, с помощью которого человек, прикладывая силу, допустим, я делаю какое-то пожертвование из той коробки, в которую мне жертвуют. То сейчас Махарадж разбирает дословно шлоку, что означает каждое слово этой шлоки. Все живые существа, в конце концов, входят в этот Брахман. Три этих признака, прежде, то есть необходимо помнить эту шлоку. Бесконечные дживы. Ято — то, откуда они произошли. Джанти приняли рождение. Они поддерживают свою жизнь благодаря могуществу, благодаря энергии его энергии. Три
Три этих признака показывают абсолютную истину, ее возвышенность, его превосходство. Такова их уникальность. Поэтому Бхагаван постоянно если кто-то будет спорить с вами, стараясь доказать превосходство имперсонального брахмана, вы должны процитировать эту шлоку, основанную, то есть из Упанишад. Шанкарачарья избрал шлоки из разных мест. И провозгласил, что они очень важны. Но Бхактивинод Такур объяснил, что Кешава Госвами Махарадж, они очень замечательно сражались против Майвады. Брахман — это тот, о ком Брахман, тот, о ком мы должны вопрошать. Прежде я рассказывал об этой шлоке из Упанишад, что две птицы сидят на дереве. Одна параматма, вторая дживатма. Параматма наблюдает Кширда Кашая. Кашая Вишна находится в форме параматмы внутри дживы, в этом временном теле, как друг. Две птички. В Гите материальное тело порой сравнивается с деревом пипали. Я хочу напомнить вам. Завтра я также хочу рассказать один важный момент. Сегодня время уже не позволит. Вы можете вспомнить, что я рассказывал, основываясь на Веданта-сутре, что карма — это карма анади вечна, и джива также анади вечна. Что говорит о том, что бада-джива вечно обусловленные. Я уже рассказывал, кто есть Нитья Мукта, дживы, которые постоянно наслаждаются служением в трансцендентном мире. А бада-дживы, вечно обусловленные дживы. Я говорю Нитья Бадхи, и это подразумевает под собой, что нет начального момента у них. Они вечны. Океан страданий — это материальный мир. Откуда пришла карма, откуда создалась карма, почему обусловленные души обусловлены, все это я уже рассказывал. Нитья Бадха не означает, что
Они будут навсегда в таком состоянии, в обусловленном состоянии. Нитья Бадха вечно обусловленный, но по милости гуру и вайшнавов, если они взрастят свое сознание, придут в общение с гуру и вайшнавами, они смогут начать харибаджан. То есть карма может прекратиться. Мы знаем, что она анади. Но бхакти — это, естественно, функция души. Если человек начинает ее совершать, то карме не остается места, и она прекращается. То есть, несмотря на то, что карма анади, она может закончиться в жизни какой-то удачливой дживы. Если нитья бада становится муктой, освобожденной, возникает вопрос. Майя мукта дживы. Сколько существует видов, разновидностей майя мукта джив? Мы можем вспомнить шлоку, сказанную Брамой в 10-й песне. Постарайтесь запомнить и эту шлоку тоже. Она очень важна. Те, кто не выражает стопроцентное предание, для таких личностей Брама говорит, те, кто верят в свои возможности, в свои силы, в свои собственные силы, для них сказано, Брама, наш Ади-гуру, он говорит, те, кто провозглашает себя, мы мукты, мы гьяни, из Упанишат много шлок. Они гордо заявляют, что они мукты, но в действительности они не являются таковыми. Они глупцы. Прабхудананда Сарасвати Пад сказал об этом в многих местах. Я уже обсуждал эту шлоку. Прабхудананда Сарасвати Пад говорит, что нам лишь жаль таких животных, которые избегают служения Бхагавана. Прабхудананда Сарасвати Пад говорит, они никогда не встретятся с лотосными стопами Чайтанья Чандры. Завтра я вновь расскажу об этом. Те, кто провозглашает себя такими муктами, у них нет никакой любви и привязанности к твоим лотосным стопам. Их разум осквернен. Мозг их осквернен. У них нет веры в бхакти, они не понимают, что бхакти вечно, бхакты вечные, и Бхагаван вечен. Те, кто служит бхактам, преданные, и те, кому мы выражаем наши бхакти, все это должно быть, то есть на одной ступени, то есть на одном уровне, но майявади не верят в это. То есть тот, кто служит, и тот, кому служит, должны находиться на одном уровне, на одной платформе. Finally, they fall down.
Шанкара Сампрадая ясно написано, что Шанкарачарья пришел в другой форме, но они настолько глупы, что думают, что если они будут рассказывать подобную сиддханту, они сами себя заключат в тюрьму. Майвади говорят, что Шанкара пришел в иной форме. Но это говорит о вечности дживатмы. Если атма сольется с Брахмой, как возможно, что то есть они сами пойманы в свою же сеть, в сеть своей философии. Если Шанкар ушел, слился с Брахмой, как он, и он стал Брахмой, как же ему возможно воплотиться вновь? Это говорит о том, что, не, двойственная концепция присутствует, что она двойственная, а вы обманщики. Вы не можете отсоединить Шакти от Шактимана. В Веданте сказано, Ачинтия беда, беда татва. Сейчас я хочу привести пример. Возможно, сегодня я не смогу завершить это. Сколько видов мукта-джив существует? Бхактивинода Такур дает ответ на этот вопрос, что существует два вида, которые мы видим. Это нитья-мукты, те, кто никогда не были в ловушке майи, и бада-мукты, те, кто прежде были под влиянием майи, но затем освободились от этого. Итак, нитья и бадха мукты. То есть существует два вида мукт. Нитья и бадха. И эти нитья и нитья мукты могут быть разделены на две категории. Те, кто в настроении Айшварьи, и те, кто в настроении Мадхурьи. Если я совершаю баджан с Айшварья Бавой, я уже рассказывал вам, если вы забыли, ничего не могу с этим поделать. Я рассказывал, что Дзивадева Махараджа исходят дживатмы, которые могут быть разделены на две части, на Вайкунтха и на Галоку Вриндавна. Те, кто является экспансией Баларама, на самом деле, они саки, они такие же, как Баларама, они едины с ним, Судам, Васудам, они все произошли от Баларамы. Они напрямую произошли от него. Дживы, которые вечно наслаждаются служением, они являются нитья-паршадами. Как Радхарани, Каевьюха, то есть Лалита Вишакха — это проявление трансцендентного тела Радхарани. Точно так же. Экспансии Баларам, Исудам, Шридам, все они как Баларам, не отличные, но другие севаки, те, кто вечно совершает это служение, они являются нитья-муктами, которые могут быть разделены на две категории, те, кто находится в концепции Айшварья-бавы, и те, кто в концепции Мадхурья-бавы. И в соответствии
с этим. Кто-то служит в Двараке, кто-то в Матхуре, кто-то на Вайкунтхе, кто-то на Райне. Кто-то служит на Вайкунтхе, на Райне. Те, кто заняты Мадхурией, те, кто обладает настроением Мадхурии, они служат Кришне на Галока Вриндаване вечно. Они произошли напрямую от Баларама, они не вышли из Вишну, из Карана Дакаша и Вишну. Я только что описал Нитья Мукта Джив. Если вы хотите углубиться в эту тему, я могу рассказать об этом завтра. Также Бадха Мукта Дживы делятся на три категории. Прежде они были бадхами, но с помощью баджана они стали муктами, освобожденными. Некоторые испытывают мадхурию, некоторые айшварию, некоторые брама джьоти. Завтра я буду говорить об этом подробнее. То есть три категории. Первая — айшвария, настроение айшварии, затем мадхурии, а третья — брама джьоти. Когда они совершали, те, кто совершает баджан и представляет, что такое айшвария, то есть имеется в виду, те, кто совершали баджан в настроении айшварии, в конце концов отправляются на Вайкунтху, совершая там служение. Когда они совершали садна-баджан, те, кто делали это в настроении мадхури и достигли успеха, в конце концов, они отправляются на Галока Вриндаван и совершают там служение. А те, кто, совершая баджан, искали имперсональный браман, они достигают брама саюджи, слияние с брамой, они теряют свое собственное положение и сливаются. И сливаются с брамой. Итак, до творения все дживы, которые находятся в теле Махавишну, просто лишь благодаря даршану, то есть они смотрят, они бросают свой взгляд в сторону Майя Деви. И эти дживы в форме световых частиц. В Индии 12 разновидностей света существует. 12 разных частиц, разновидностей частиц света исходит из Махавишну. Разновидности лучей и бесконечное количество джив. Во время Махапралая они покоились в теле Махавишну, но когда творение вновь создано, они входят в лоно Майи Деви. И Майя показывает им свои деяния и порождает различные живые существа, животных, людей и так далее.
И этот процесс происходит с незапамятных времен. У него нет ни начала, ни конца. Для того, чтобы осознать вечность, необходимо понять это. Возможно, месяц назад, когда я рассказывала о концепции вечности, кто-то из вас спросил, то есть мой ответ был следующим. Если какая-то вода войдет в воды Ганги, она также превратится в воды Ганги. Завтра я подробнее расскажу об этом. Это очень важно. Что такое Нитья Сидда Бхава? Вечность никогда не может быть ничем обеспокоена. Побеспокоена. Никаких помех не может возникать у нее. На сегодня время вышло. Ятова имани бутани джаянти, джено ятани живанти, ят прайанти ависан вишанти, тат биджигьяся шо, тат тадай брамма. Банча калпатуроси кипасинда бевача, патитананг бабуна бевачна, бьё намо.